Законопроект, який гарантує соціальний захист жителів окупованих територій, пенсіонерів та пільговиків, зареєстрували у Верховній Раді. Про це заявили в опозиційній платформі «За життя» за результатами засідання парламентського комітету з прав людини. Документ, який розробила політсила, отримав підтримку майже всіх фракцій, повідомили її представники. Команда оппозиционной платформы «За жизнь» зарегистрировала пакет законопроектов, направленных на восстановление социальной справедливости. И очень символично, что буквально вот в эти дни, когда как итоги 100 дней работы нового парламента мы подводим, мы смогли зарегистрировать совместный законопроект двух комитетов, Комитета социальной политики, Комитета по правам человека, под которым подписались народные депутаты почти всех фракций парламента. И этот законопроект 2083D, инициированный оппозиционной платформой «За жизнь», поддержанный международными всеми организациями, общественными организациями, зарегистрирован, направлен на то, чтобы людям восстановить выплату пенсии на неконтролируемой территории.